как из ничего сделать десерт. Из того, что есть в наборе в хозяйстве. У меня есть бананы, у меня есть пара штучек ушек осталось, у меня есть печенье спектулос, у меня есть шоколадные грынчи, такие хрустяшки. У меня есть немного шоколада с сердечками, он слегка намок, но я так подсушила его чуть. Остатки заварного крема, печенье бисквитное за 50 копеек брала. В общем, всего по чуть-чуть. И вот с этого всего по чуть-чуть сейчас сделаем десертик. Как из ничего сделать что-то. Почти всегда основа любого торта, либо бисквит, либо крошка с маслом. Как основа, как корж. Ну, в общем, я покрошила немного печенья за 50 копеек. Это как основа пирожного, ну, такого десерта моего. На бисквит льем немного заварного крема. На бисквит идут спелые и переспелые бананы. Ну и потом можно сделать немного шоколадках, шоколада хрустящего. Немного хрустяшек. И еще польем опять много заварным кремом. Ну, примерно так. У меня еще фруктовый кисель есть, я варила, покушать. Можно тоже использовать. И я вот думаю, что сейчас еще какой слой сделать. У меня есть хорошее печенье спектулос. Вот я хочу немножко покрошить сюда спектулос. Ну, примерно так. А теперь я хочу сюда добавить свой кисель. Густой очень, но сладкий, вкусный. Ну, вот так устраиваются мои слои. Я опять полью немного заварным кремом. У меня тут остатки крема, чтобы все слои пропитались. Все пропитается кремом и будет однородная масса. Ну, сухого ничего внутри точно не будет. И остается немного украсить. Я сделала еще пол банана, он влажный, и сверху я хочу посыпать крошкой сушек и выложить сердечки по окантовке. Вот такой примерно десерт будет из того, что было в доме. Я посыпала остатком ушек и еще раз немного спектулос по окантовке. Ну и осталось шоколадки поставить сверху, и десерт готов за 2 минуты. Ну вот так из того, что было в доме, соорудился десерт за пару минут. Может, еще к этому десерту коктейль сделать? У меня еще 1,5 банана есть. Наверное. У меня есть торт с томатами. Пирог с томатами я вчера делала на вечер. Я поставлю на вечер этот десерт. Ну и когда все выставлю, еще сделаю напиток. Я ставлю десерт немного пропитаться до ужина. На ужин у меня есть торт с томатами я вчера готовила. И на вечер я все это выставлю. И сделаю еще, наверное, коктейль. Посмотрим. И до новых встреч на моем канале. Идея подкинута. Что есть в доме, всегда можно использовать. Сделать какой-то легкий десерт из остатков продуктов за пару минут.